Ой, привет, привет, мои дорогие девочки и мальчики. Ну что, наконец-то, наконец-то. Я дождалась. Ну и думаете, я что, буду ждать утра? Да нет, конечно. Моя рулечка с огуречком. Ой, два ножика приготовила. Вкуснее рульки не видала. Рулька с секретом. И я еще хочу попробовать все-таки с горчичкой. Вот прям, ух. Много не обещаю, потому что вы мою морду лица увидите. Ой, ой. Ой. Ой, давайте пробовать скорей. Чувствуете, как это с горчичкой? Горячо. Прям жалко жрать-то. Рулька-то с секретом. Я еще добавил кунжутику. Ну, кто видел, тот уже видел. Как я и делала. Это должен съесть каждый. Обалденно вкусно. Ну, горячо, зараза. Захотела я именно с огуречком. Не хочу помидоры. Все культурно. Можно было бы руками. Если бы она не была такая горячая. Ну ладно. Горчица-то не сильна. Ядреная вроде. Обалденно. Единственное, что у меня последний гулет. Вот это самое лучшее, что есть рульки.
Ну, вот маленькие у нас только рульки в последнее время. А ноги, кстати, по 65. И последний огурец. Их жалко. Куда я? А, они еще есть. Прям. Обалденно. Съем последнюю. И хватит. Все у меня на диете. Одна я люблю пожрать. Остальное на завтра. Завтра так и придется две рульки тех, наверное, запечь. Но я спрошу, кто захочет. В общем, все. Хорошего помаленьку. Пошла я жрать с собаками. Всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки. Спасибо всем, кто ел готовить. Каждый может. Ваша Наташа.